Владимир Ильич Ленин был руководителем и основателем Третьего коммунистического интернационала. Ленин был пламенным трибуном. Иногда, казалось, вспоминал Горький, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами, и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды. Ленин умел работать в любой обстановке. Вот он готовится к выступлению, сидя на ступеньках трибуны.